Итак, всех приветствую. Под весеннее пение птиц у нас сегодня Tap-Tap Heroes. Ну, постараюсь, чтобы сильно шумов не было таких, да, как вы обычно говорите, что шумно. Значит, внеплановый выпуск по причине добавления очень большого глобального обновления. Ну, вот такая вот территория у нас добавилась. Давайте разбираться, потому что я пока ничего не понял, что это, кто это, но знаю, что тут можно строиться. Эти постройки будут что-то нам давать. Не знаю, что, но что-то дают они, в общем, да? Давайте вот отстроим. Где-то вот здесь. Собственно, можно дополнительно прокачиваться, собирать ресурсы и так далее. Здесь будут алмазы наши копиться. Территория получает лайки. А, кстати, смотрите, еще какая вещь, сейчас я вам покажу. Значит, вот эта территория, она дает очень сильную прибавку к команде. Сейчас я вам это покажу. Так. Значит, вот смотрите, 2 миллиона 500 тысяч. Ну, как и было, в принципе. А теперь посмотрим ребят, которые уже прокачались вот в топе, да, которые сидят. Ну, вот этот, Кверти, Кейн и так далее. То есть, насколько они сильные. Ну, во-первых, лиги, да, добавили. Сейчас по лигам пройдемся. В общем, смотрите, вот эти топы, что-то я их не могу посмотреть, так, они стали гораздо сильнее, то есть, теперь у них команды просто какие-то бешеные. Давайте вот здесь, да, их посмотрим, рейтинг, во, зацените, видите, 25... 949, то есть 25 миллионов сила команды, да? К тому, что, по-моему, насколько я помню, максималка то ли 12, то ли 14 была, ну, 16. В общем, выросла больше, чем на 10 миллионов сила. А за счет чего, я пока не знаю. Возможно, вот за счет этой территории, да, которую они отстраивают, и которая, собственно, вот здесь есть. Получаю все награды здесь за, видимо, какие-то внутренние постройки. То есть я ничего не понимаю. Реально, здесь просто наворотили очень много. Tap-Tap Heroes классический, который мы, в принципе, вдоль и поперек знаем и знали. Претерпел очень большие обновления. Я даже вообще... Смотрите, сколько мы ресурсов сейчас собираем. Прямо вообще. А, ну здесь пока что мало. Если мы сейчас везде получим, это мы сейчас просто будем богатеями самыми. Получается, что сбор, вот этот, да, он, ну, как бы под собой очень такие глобальные вещи несет. Так, ну давайте, что еще тут? Тренировка. Тоже, что ли? Охренеть. Просто офигеть, сколько уже у меня? 76 тысяч. Я уже, по-моему, 1011-12 мы подняли. Просто, ну, ни на чем. Чё, каждый, да, герой? Прикиньте, так можно каждый день собирать. Ладно, шучу. Понятно, что не каждый день. Но награды приятные.
приятно, что вообще так сделали. То есть, что можно подняться. Ух. Ну, давайте теперь еще раз посмотрим. Значит, надо вот эти бревна добывать. Они у нас добываются вообще где? Чтобы было понятно. Они, наверное, здесь где-то изготавливаются, добываются. То есть, вот, ну, типа на таком, да? Ну, то есть, определенный сбор ресурсов нужен. Я, как бы, я все понял. Так, давайте, что можно по постройкам здесь делать? Забубенить. Давай вот это поставим куда-нибудь вот сюда. Так. Так, так. И чего-нибудь еще такого плана. Регресс функциональный. Драгоценный рудник. Ну, рудник мы вот сюда поставим. Вот сюда, вот так. А еще можно? Нет, два, да, только. Можно всякие цветочки сажать. Так, а еще можно один дом поставить. Ну, давайте поставим вот сюда его. Так. Так, здесь что-то с питомцами такое связано, непонятно тоже. Повышение их мобильности, надежности. Так, ну и здесь. Ну, мы вот так распределим. Чтобы у нас все было. Апнули левел. Тоже апнули всех. Запомнили, да? 2500. Уже 2700 сила. Видите, что-то апнули. Непонятно. Сила выросла команды. Ну, понятно, что у топов там ого-го. Так, дальше. Что за корабль? Отплытие. Можно отправиться. Ой, сколько тут всего. Просто таз. Что еще можно здесь добавить? Цветочные грозди. Ну, это типа украшения. Их можно вот так сажать. Успех покупки. Посадить такой сад, знаете. Сад-огород. Вот сюда. Сдвинься, ну-ка. В чем проблема-то? Почему? Во. Все. Ну, вот такой вот уголок сделали. Из цветов. Теперь мы можем что еще посадить? Это типа расширение, да? Расширение площадки или нет? Или да? Че так плохо переносится? Оп. Оп. Короче, это какие-то настилы. В общем, суть какая? Суть такая, что мы сейчас с вами все это бомбим, получаем. Давайте проголосуем. Получаем награды. Теперь здесь есть награды за оформление. А, ну они у меня, в принципе, все получены, да? Здесь пока нету, здесь пока нету. В общем, очень стало много наград всевозможных. Очень много стало, где можно получать ресурсы. Еще, смотрите, вот такие вот монеты стали появляться. Что это за монета? Монеты вклада гильдии. Пока я не понимаю, в магазине... А, смотрите, в гильдии... Вот оно где.
То есть вот здесь вот можно за эти монеты будет что-то прикупить интересное. Ну ладно, неплохо. В лавке, прикиньте, раньше я покупал ключ серебряный за обычные, грубо говоря, за золото. Теперь это стало за алмазы. Теперь такой халявы нет, теперь будем делать покупку. В компании, смотрите, мне теперь здесь можно вон получать эти доски. Плюс мы в компании здесь звездный храм отстроили. То есть, ну видите, 85 тысяч. По деньгам мы поднялись, обалдеть как. Вот. Ну и, собственно, все на этом. Будем заканчивать выпуск. Я вам показал, что появилась новая территория. Мы тут можем заниматься строительством, собирать ресурсы. Здесь золото, здесь будут эти появляться рекруты, ну типа, да. Что-то мы можем улучшать, что-то мы можем... Где-то производительность повышается, вот 15, допустим, сделали. Так. Ну давай до 15 вот качаем. До 15 уровня. Так, что еще есть? Ну, пока сообщений нету, пока, в общем, никаких таких моментов тоже нету. Будем, соответственно, брать тем самым, что ну, приходит и будет приходить к нам в ресурс. Все, на этом будем, соответственно, заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Пишите, комментируйте, кто особенно понял, как это все делается, как это строится, как это создается. Я пока в шоке. Я пока в шоке. Звездный храм. Чего? А, это звездный храм. То есть его надо улучшать. Ясно. Здесь, чтобы улучшать, надо эти книги получать. В общем, все запутано. Будем пробовать, будем развиваться. Всем пока-пока.